Привет, друзья! Тема такая: что же может дать классическое дзюдо спортивному дзюдо? Потому что, в принципе-то, цели разные. Спортивное дзюдо – победить противника, классическое дзюдо, то есть традиционное дзюдо – победить самого себя. Заниматься, можно сказать так, до самой смерти. Не бросать потому что дзюдо, потому что ты не стал побеждать. Потому что ты уже, можно сказать, вырос из возраста, молодежь там уже наступает на пятки и начинает они побеждать, и тогда спортсмен уходит вообще из дзюдо. Но есть такое классическое дзюдо, традиционное, так сказать, дзюдо. Вот из традиционного дзюдо можно очень много подчеркнуть для спортивного дзюдо. Вот, к примеру, захват делаем на уровне его шеи. Потом я его выдергиваю, перекидываю, задушил. Если выдергиваю, перекидываю руки сюда, и вот его нога встала как раз для моей подсечки, паучикари делаю ему, и давлю на него, делаю паучикари. Удушающий, рука вот, смотрите. Я его душу конкретно, сразу же. Если он не среагирует, то я могу его задушить. А он не среагирует. При условии, если он поставит свою голову нагнет. Если я буду посильнее немножко окажусь, то одно из двух. Или я ему ломаю челюсть, или он сдается, потому что я на него давлю. Или руку подставляю. Руку можно подставить под это? Можно, парень Миша говорит, можно руку подставить. Можно руку подставить? Это следующий этап. Давай покажем его тоже. Это уже его действие. Шахматы, да, знаете, да, дзюдо это шахматы. Мое действие, его противодействие. Вот я вот начинаю душить. А вот его теперь действие. Он просто-напросто ставит руку. Я, видите, не могу. Он поставил. Я не могу его душить. Но я его держу уже. Йока шеякатами, я просто-напросто ложусь уже, его пытаюсь держать 20 секунд. Я тогда победил, если удержал его.